Одесский кризисный медиацентр продолжает свою работу. Тема следующего брифинга – о текущей ситуации в городе и области. Брифинг проведет Алла Марченко, пресс-секретарь Главного управления МВД Украины в Одесской области. Добрый день. Начинаем сегодняшнюю встречу с хорошей новости. Вам уже известно, но все же я начну именно с нее. То, что те дети, которые находились в розыске, три девочки, они найдены. Теперь более подробно. Итак, в понедельник, 18 мая, правоохранители Одессы получили информацию о том, что три девочки 2003 года рождения, ученицы одного класса, одной из школ Киевского района, утром ушли в школу и в школу не пришли и домой не вернулись. То есть по факту на вчерашний день были развернуты активные поиски как в Одессе, так и в Одесской области, к которым были привлечены максимальное количество как сотрудников правоохранительных органов, так и общественности. К вечеру дети были найдены в городе Березовка Одесской области. Из того общения, которое произошло с детьми, то есть пока они ехали домой в Одессу, правоохранители с ними пообщались, предварительно можем сказать о том, что они пояснили, интересно было попутешествовать, хотелось приключений. Они вышли в школу, не пошли, пошли пешком в сторону города Ильичевска, побыли день в Ильичевске. Затем на следующий день, то есть вчера во вторник, они вернулись в Одессу, сели на электричку, уехали в Березовку. Отдыхали, гуляли, прогуливались по Березовке. Там уже были разосланы везде ориентировки, и люди, и правоохранители, то есть уже увидели, что трое незнакомых девочек находятся в городе. Начались вопросы, тут же прибыли сотрудники правоохранительных органов, и уже в ходе общения было установлено, что это за дети, именно те, которых мы искали. То есть дети сейчас находятся дома, и общение с правоохранителями продолжается, то есть те основные причины, моменты, почему это произошло, мы еще будем устанавливать и общаться. Следующий вопрос, то есть как пример хотелось бы сказать, что подобный случай произошел и на прошлой неделе. Также две девочки 14-15 лет, жительницы Измаила, также ушли из дома в поисках работы, заработка денег, они приехали в Одессу. Здесь они разругались и расстались. Одна из них была найдена, скажем так, на привозе, то есть она искала работу, чтобы заработать денег. Затем уже нашли вторую девочку, вернули родителям. В данный момент проводим работу воспитательного характера. Хотелось бы сразу акцентировать внимание родителей. В данный момент заканчивается учебный школьный год. Наши дети пойдут на каникулы, соответственно, у них будет больше свободного времени. Чего не скажешь о родителях. Почему? Потому как все заняты, все на работе. Но все же хотелось бы на этих примерах объяснить и напомнить, что детям необходимо внимание. Пожалуйста, говорите с ними, объясняйте те поступки, которые совершаются, приводите им эти примеры. То есть слава Богу, скажем так, что эти два случая, которые я только что сказала, закончились спокойно и благополучно. Дети не попали ни в какие неприятности, они вернулись домой. Но мы прекрасно понимаем, что могло быть все, что угодно. Поэтому, пожалуйста, внимание, внимание и внимание за детьми. Контролируйте, где они, контролируйте, с кем они, как они проводят свое время, с кем они общаются, какие у них мысли, чего они хотят. То есть уделяйте больше внимания своим детям. Почему? Потому что как раз летом возрастает количество таких случаев, когда дети уходят из дома. Кто-то хочет на море, кто-то хочет погулять, кто-то хочет просто путешествий. И затем происходят неприятности различного характера. Поэтому еще раз убедительная наша просьба. То есть правоохранители проводят все лето работу по детям, то есть милиция по делам детей работает в усиленном режиме, проводится ряд отработок, операций и контроль за детьми. Но мы просим, чтобы родители также интересовались и контролировали, где их дети и чем они занимаются. Следующий вопрос – это те задержания, которые были за последнее время, за последнюю неделю. Наибольший резонанс вызвала информация по хозяину автомобиля BMW X5. Всем известно, что произошло преступление, достаточно резонансное. Вкратце объясню,
что мужчина, владелец автомобиля, выставил с помощью сети интернет свой автомобиль на продажу. С ним на связь вышли два человека, жители Херсона, которые якобы хотели приобрести данный автомобиль. Была назначена встреча, мужчины прибыли в Одессу, встретились при общении, они попросили хозяина автомобиля сесть за руль и показать, то есть, как автомобиль в управлении, в движении, все остальное. Когда водитель сел за руль, то есть представили автомобиль, потребовали выехать за пределы, не за пределы города, но на пустырь, где уже было применено на пустыре огнестрельное оружие. Затем вытянули из автомобиля мужчину, бросили на пустырь и еще раз последним вторым выстрелом нанесли смертельное огнестрельное оружие. Сразу же выехали с Одессы в сторону Херсона. В ходе работы, то есть по той информации, которая была нами получена, было установлено, было обращение родственников и были установлены лица, которые это совершили. То есть совместными усилиями сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками милиции Херсонской области были установлены и задержаны мужчины, которые пояснили, что данный автомобиль они хотели купить, хотя на самом деле незаконно завладели этим автомобилем с целью разборки на запчасти. Мужчины задержаны. В данный момент избрана мера пресечения арест. Их действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса. Это статья 115 «Умышленное убийство», статья 187 часть 4 «Разбой» и часть 3 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Также нам известно, что уже была договоренность этих лиц на следующую встречу с человеком в Одессе для такой же схемы. Также мы проверяем и другие факты, которые могут относиться к правонарушениям со стороны этих лиц. Также на прошлой неделе было проведено ряд обысков и также было задержание оружия. Вкратце, на прошлой неделе в одном из сел Фрунзовского района Одесской области при обыске одного из жителей села в гараже было обнаружено три гранатомета РПГ-26 и в лесопосадке им же была спрятана сумка, в которой находилось 14 гранат от ствольного гранатомета, два электродетонатора с проводами и противотанковые гранаты РКГ-3. Все это изъято, направлено на экспертизу. Данное правонарушение квалифицировано по статье Уголовного кодекса, часть 1 статьи 263, незаконное хранение оружия. Также в городе Измаиле проведены были санкционированные обыски, результаты которого это 370 патронов боевых, психотропные вещества и наркотики. Также хотелось бы вернуться еще к одной из информаций прошлой недели. Это был факт того, что была получена нами информация о том, что 38-летний мужчина, житель Ильичевска, изнасиловал девочку 9 лет, сорвал золотые ее украшения и с места происшествия скрылся. В течение нескольких часов он успел ограбить также двух женщин, завладев их драгоценными украшениями. И затем с помощью сотрудников госавтоинспекции был остановлен, был задержан, доставлен в милицию. Что следует отметить, что по его действиям есть квалификация по статье 152 «Изнасилование», статье 187 «Разбой» и 186 «Грабеж». Однако, в ходе той работы, которая сейчас проводится следствием, мы можем ответить, что устанавливается также причастность данного злоумышленника к совершению других преступлений, таких как 2 изнасилования, 7 убийств, 6 грабежей, 5 разбоев, которые он совершал в отношении женщин в период времени с 2013 по 2015 год. Также тот факт, который произошел 16 февраля в Малиновском районе, где когда был найден был труп женщины, также большая вероятность, что это дело его рук. В данный момент он находится под арестом, ведется следствие. Следующие моменты – это прошлая неделя, что касаемо нашей работы. То есть были
такие события, как обезврежено взрывное устройство в Солонцеватом переулке. Также была информация о заминировании Александровского отеля и нанесение, сейчас прошу прощения, Алексеевская площадь, умышленное повреждение, то есть это взрыв в люке, в коммуникационном колодце. В принципе, по таким основным моментам у меня все. Давайте уже будем общаться, вопросы, ответы, что вас интересует. Да. Так, Дмитрий Яновский, если можно, у меня несколько вопросов к вам. Первый. Начинается курортный сезон совсем. И в связи с этим вот ко мне и не только мне, значит, звонят люди из России, которые привыкли отдыхать в Одессе, много лет отдыхают, и задают им тоже вопрос, могут ли они приехать, насколько это безопасно здесь находиться. Вчера здесь был представитель управления туризма, она сказала, что не ко мне, я не работаю в милиции, поэтому вопрос к вам. Милиция, по вашему мнению, насколько безопасно здесь быть российским туристом, раз, ну, как они, по идее, должны себя вести, два, и может ли милиция гарантировать их безопасность, три? Что касаемо безопасности, могу ответить, что да, могут приезжать гости, об этом говорит не только милиция, об этом говорят первые лица города и области. Безопасность мы гарантируем, мы, правоохранители, работали и продолжаем работать в усиленном режиме несения службы для того, чтобы обеспечить правопорядок в Одессе и Одесской области. Поэтому мы рады тем людям, которые приедут отдыхать в Одессу, приедут отдыхать на море, и гарантируем порядок и безопасность. Понятно. Вопрос второй. Вот действия, так сказать, патриотические организации по демонтажу разных там строений, площадок. Вот не так давно была эта история на Лонжероне, когда приехали представители вроде как Свободы и вроде как Оберига, начали демонтировать площадку, потом оказалось, что она законна, им показали документы. Планирует ли как-то милиция в этом плане защищать уже интересы инвесторов, потому что они серьезно страдают от таких самопроизвольных инициатив, если можно так сказать. Если есть обращение, если есть правонарушение, то, конечно, мы будем реагировать и реагируем на подобные заявления. Проверка документов проводится, то есть по факту каких-либо ситуаций, в том числе конфликтных, которые происходят на место, прибывают сотрудники правоохранительных органов, на месте выясняют все причины. Какие-то меры применены к тем, планируются ли применить к тем людям, которые проводили самовольно этот демонтаж? Давайте я уточню. Я на 100% не уверена сейчас ответить, какие принимаются меры, но тем не менее все эти вопросы на контроле. Если даже не вызывают правоохранители, мы видим такие подобные информации, то на место отправляем патрульную службу, сотрудников милиции для того, чтобы вмешивались, понятно, дабы не возникало каких-либо конфликтов. Но это скорее хулиганство, чем... Ну, мы не можем сейчас квалифицировать. Хорошо, конечно. И последнее, что да, я хотел вас спросить, вот это вот сюжет, который прошел по целому ряду российских новостей, который уже был у нас, ну, нападение, избиение молодого человека, у которого была оранжево-черная футболка. В связи с этим, ваше отношение к этому, известно ли вам об этом? И что делать одесситам? Они что, сейчас должны еще следить за целой гаммой своей одежды, чтобы не привлекать внимание политически озабоченных граждан, так скажем? По этому факту мы выясняем все обстоятельства. Что касаемо граждан, то абсолютно нет. То есть каждый может одевать ту одежду, которая ему удобна и которая ему нравится. И в случае таких вот эффектов нужно обращение. Да, конечно, обязательно. Добрый день, Дарья Сергеевна. Такой вопрос. Сейчас в последнее время участились случаи кражи автомобиля, именно колес. Как работает вот милиция в данном направлении? Что делает за последнее время? Спасибо. За последнее время могу вам сказать, что в течение апреля месяца задержано на территории города 4 группы лиц, которые работали по краже личного имущества из квартир, затем кража госномеров, угоны автомобилей. В данный момент в Киевском районе, могу вам сказать, выехали наши сотрудники, задержали группу лиц, которая опять же работала по краже квартир. То есть кража личного имущества из квартир. То есть эта работа ведется, проводится и постоянно на контроле. Что касаемо, если есть обращение, то на место приезжает следственно-оперативная группа, отрабатывает на месте и затем занимается розыском злоумышленников.
Алла, скажите, пожалуйста, в Киевском районе глава ОСНД выманила у жильцов 360 тысяч по данным путем. Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо. По этому поводу я могу подтвердить, что да, действительно, этот факт есть. Собраны все материалы и квалификация данного правонарушения по части 2 статьи 364 со значком 1 Уголовного кодекса Украины. Это злоупотребление полномочиями должностным лицом. В данный момент обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в суд, и судом уже будет приниматься мера наказания по этому правонарушению. Расскажите, пожалуйста, о ходе расследования резонансного убийства Сергея Лащенко, который был расстрелян в больнице. Что сейчас сделано, почему, каким образом, почему не сработал план перехват, то есть какие вообще есть уже установлены личности убийц? Я не могу сказать по этому делу много, но могу сказать, что личности установлены, более не скажу. А сколько их было, где пока, они сейчас пребывают? Пока в данный момент я со следствием общалась на эту тему, но все, что я могу сказать, только это. Еще у меня один такой вопрос, уже подзабытая немножко тема, о разворовывании Одесского отделения НБУ, 5 миллионов долларов, то есть украденное золото. Что известно уже по этому вопросу, уже прошло более полугода? Давайте уточним этот вопрос, и мы на следующей встрече пообщаемся на эту тему. И компания «Круг». 9 мая группа людей... По настроению судя, это были сторонники антимайдана, с антиукраинскими лозунгами пришла на аллею Славы. Потом они проследовали, перекрывая по дороге движение на Куликово поле, и там продолжили свои выступления. То есть прослеживаются два нарушения. Это препятствование движению и нарушение общественного порядка. Возбуждены ли дела, начали ли уголовное производство, известно ли, кто это организовал, кто участвовал в этом? По этим фактам мы выясняли все обстоятельства, более точную информацию я вам предоставлю в следующий раз. Еще вопросы будут? Да, еще один вопрос. Что, какие проводятся следственные действия в связи с опять несколькими взрывами, которые произошли в Одессе? И есть ли какая-то информация, кто это организовывал, ну, какие-то подвижки? Что касаемо взрыва на железной дороге, этим занимается управление милиции на железной дороге. Что касаемо взрыва на Алексеевской площади, этим занимается следственное управление УВД в Одесской области. Я уточню эти вопросы. Квалификация есть, следствие ведется. То есть проводился опрос свидетелей и очевидцев, отобраны все необходимые материалы, проводится экспертиза. Более я уточню, и мы пообщаемся по тем последним моментам, которые были. Информагентство репортер Ольга Семенко. Три вопроса. Первый вопрос у меня по поводу, вы сказали, курортного сезона. У нас многие годы были из других регионов какие-то подразделения. Будут ли в этом году какие-то, скажем так, рейнджеры, которые будут помогать, или это будут силами одесской милиции и общественников? Пока такой острой необходимости нет, чтобы приданные силы приезжали в Одессу, оказывали нам помощь, поэтому в данный момент мы планируем и рассчитываем на те силы, которые у нас есть. Поэтому мы работаем, тем более, что есть общественные организации, которые готовы с нами сотрудничать под контролем с нами, еще раз повторюсь, то есть это в системе единой дислокации, так как мы работали ранее, поэтому пока такой острой необходимости нет, мы готовы работать и своими силами обеспечить порядок. И появилась информация вчера с трибуны буквально таки Верховная Рада о том, что милиция проводит какие-то обыски на таможне, на 1,5 миллиарда гривен изъято контрабанды. Вот, общались с таможней, говорят, обратитесь в милицию, милиция должна быть в курсе. Пока я вам ничего по этому поводу не скажу. И по поводу обыска в Союзе, Союз заверяет, что это были правоохранители, милиции. Вы знаете ли что-то об обысках? Мы их не проводили. Ясно, спасибо. Если можно, я хотел бы уточнить, было ли обращение вот от пострадавшего, вот этого молодого человека, которого избили за цвет футболки? Или, ну, есть ли у вас данные по поводу вот этого нападения? Ну, представители вроде как свободы на человека, потому что у него была оранжево-черная футболка. Есть ли у вас такие данные? Давайте я уточню, потому что всех данных, которые проходят через дежурную часть всех отделений милиции, я не могу просто владеть. Поэтому я уточняю эти вопросы, потом я вам точно и достоверно отвечаю. В таких случаях берется расследование только после заявления потерпевшего или может проводиться по факту? Но должно быть заявление потерпевшего. Я понял. И последнее, то, что меня просил редактор вас спросить, есть ли у вас, может быть, данные по поводу более подробно по поводу угона машин?
сколько угнано, какие районы наиболее в этом плане опасны и какие марки машин предпочитают угонщики? Этим больше занимается госавтоинспекция. Либо мы пригласим кого-то, специалиста, который сможет рассказать на эту тему, либо мне подготовят информацию, и тогда я с вами пообщаюсь. Спасибо. Есть, вся эта разбивочка есть, но не сегодня. Спасибо. Есть вопросы еще? У меня вот последний вопрос по поводу избитого ректора Медина Запоржана. То есть как идет ход расследования, установлены ли личности и что вообще происходит? На официальном сайте ВД области размещена информация о розыске лиц, то есть приметы тех людей, которые совершили данное правонарушение. Следствие ведется. Пока это все, что я могу сказать. Квалификация пока та, о которой мы и говорили в прошлый раз, это умышленное нанесение телесных повреждений. Дальше, если возникнут какие-то моменты, то возможно и переквалификация. А мотивы установлены? Мотивы устанавливаются следствием. Да, но я не могу много вам говорить. Это, опять же, может быть несколько направлений следствия, которые будут отрабатывать. Ну, хотя бы несколько назовите. Я не следователь, я не имею права говорить. То, что я могу сказать, я с вами всегда поделюсь. Но есть такие моменты, которые следователь скажет мне, но я не имею права сказать. Какая статья? 125-я. Можно еще одне питання від Радіо Свобода? На вишиванковому фесті будуть якісь особливі заходи охорони? Може, відомо, скільки буде правоохоронців задіяно? Ну, как правило, при проведении каких-либо мероприятий массовых в городе мы всегда обеспечиваем правопорядок. Поэтому, естественно, сотрудники правоохранительных органов будут, но уже ближе к проведению этого мероприятия мы будем знать более точное количество сотрудников. Ну, еще один вопрос, да. По поводу Куликового поля, вот этого мемориала, восстановления, уборка и так далее, есть ли в милиции какие-то результаты проведения проверки, может, было, показало это? Открыто какое-то дело, не открыто? Была информация по факту этому, и занимается этим Приморский райотдел. То, что уборка или не уборка, уборка территории отвечает у нас и благоустройством города, городская власть. Поэтому больше к ним. Что касаемо, если есть какие-либо правонарушения, то тогда уже этими фактами мы занимаемся. То есть информация к нам поступила, мы выясняем все причины и обстоятельства. Если вопросов нет, то спасибо за внимание. До встречи в следующий раз.